Всем привет, а сейчас утро. Мы недавно проснулись. Нет, мы проснулись на самом деле час назад, но ощущение такое же, как и час назад. Я спала тут, а она ужасно холодно. Проклятие, это то, что мое одеяло. Да. Хватит жаловаться, праздник удался. Все, и не встречаешься, что мы заболели после этого. У нас уже голоса нет. Я... Идиот, отдали. О, точно, можно же перевернуть. Нормально? Я не знаю, да. На самом деле мне рассказали, что все было очень клево. Ну я это знаю. Да. Я ничего практически не помню, только начало, когда мы играли в Форт Боярд и пытались зайти сюда. Сейчас мы пойдем и посмотрим, что они. Гадёныш, нахрена ты пришел с этой камерой сраной? Иди в жопу отсюда. Идиот, имбецил 18-летний. Рабликон! Чтоб тебя твои дети боялись, чтоб ты дети в холодильнике. Блин, а чё вы шторы заделали? Я просто не вижу ничего. Усрись нахрен отсюда, потому что... Акстись, блядь. О, клёво. Доброе утро. Чтоб твои дети в холодильнике родились бы. Ну вот. Это теперь точно доброе утро. Да, доброе утро. Я вас ненавижу всех. Иди всех... нахер. И того, кто включил эту сраную музыку. Доброе утро, Ванюнь. Да, они были. Доброе утро всем. А чё ты не вылазишь, что ты делала? Она просто страшная с утра. Ты думаешь, это все красота, да, как она просыпается, появляется, что ли? Нет, она долгими часами... Я тоже знаю, что я сейчас, ну, не очень хорошо. Слушайте, я с вами на школе хожу. Накрашенная, что вы мне гоните? Мы тебя там обманываем. На самом деле, мы сейчас столько всего рассказали, вот что вчера было, да? Ну, это был... Я ни хера половину не помню, да? Я вообще ничего не помню. Ну, помню, когда мы сюда заезжали, там вещи заносили, и все. Я же тебе рассказывал.